Грязи полно, радикулит старушку замучил. И это как его? Депрессия у меня осенняя. Я сегодня всю ночь по колдовским книгам искала и решила, осень не нужна, пускай сразу зима приходит. И я придумала колдовские слова. Ну-ка, осень, ко мне подойди. Осень, осень не нужна. Осень, ты уйти должна. Я хочу, чтобы за летом сразу же пошла зима. Нет! Баба Яга, что же ты наделала? Ты не представляешь себе, сколько ты бед принесла в свой лес. Да лучше зима пускай настанет. Сразу Кощеюшку возьму и на каток покатаемся, повеселимся. Ты сама посмотри. Видишь, ветер какой. Холодно становится. И правда, что-то я не подумавши, осень-то выгодна. У меня же полные закрома. А кто мне поможет? Картошечку собрать, огурчики. Баба-Яга, а если наши ребята тебе помогут?
это сделать. Ты расколдуешь, Оси? Эти, что ли? Да они не просто только мультики умеют смотреть. Нет, они не только мультики. Неужели поможете мне картошечку мою любимую собрать, а? Они все, что обещали, сделают. Сейчас мы приглашаем вас на конкурс, кто больше соберет картошки ложками. Вот теперь большие ребята могут здесь посоревноваться. Сейчас я посмотрю. Давайте. Мы рассыпали картошку. Давай, Мисси. Это бассейн. Я даю ложки. У нас только 4 ложки. Стоп. Пока перейдут только четверо. Второй раз. Всем по ложечке. Остальные. Ребята, я объясню правила. Пока вы спускаетесь, расскажите. Вот у нас есть. Надо в картошку собрать картошку. Так, остальные пока сбоку посмотрим, потом мы на втором заходим. Так, кто из четверых соберет больше картошки? Загребать можно чуть только ложкой картошку. И класть в корзину, потом другую. Приготовились, а ну уже четверка следующая готовка. На старт, сейчас внимание. Для бабы Ёшки набираем картошки. Давайте сюда ручки. Попробуйте, ребята. Попробуйте.